Девчонки, всем большой привет! Рада вас приветствовать на своем канале. Наконец-то я снимаю это видео, посвященное коробочке Glambox. Я коробочку забрала на самом деле очень давно, но я ее специально не открывала, потому что хочу сделать это вместе с вами. 25 августа выходила коробочка лимитированная, посвященная косметике Uriage и Apivita. И эту коробочку раскупили с неимоверной скоростью ровно за 5 минут. Я чудом ее успела заказать, я даже не верю, что она у меня есть. Конечно же, я хотела заказать еще одну коробочку про запас, но я просто не успела. Причем оплата с этой коробочкой у меня прошла не сразу, я уже подумала, неужели я ее не успела заказать. Но вот правда, за 5 минут все, коробок как не было. Была очень вкусная цена на эту коробочку, всего лишь 1200 рублей, причем она состоит из достаточно большого количества позиций, тем более здесь классная косметика, Uriage и также Apivita. С Apivita я, по-моему, не была никогда знакома. Uriage люблю, обожаю, когда Glambox кладут миниатюрки этого косметического бренда, мне все подходит, все нравится. Поэтому такая цена была безумно привлекательная. И давайте наконец-то ее откроем и посмотрим, что же там внутри. Как всегда, коробочки у Glambox милые и симпатичные. Здесь тот самый бантик, который я еще, как видите, даже не развязывала. Делаем это с вами вместе. Здесь бумажка. В этот раз коробочка действительно удобная, потому что здесь положили буклетик. Да, какие-то разы буклетик они не клали, нужно было еще по QR-коду проходить на сайт и изучать весь состав. Будем брать все по порядку из этой коробочки. Вот такая вот она классная, отличное просто наполнение. Просто доверху набита косметикой. Ну, давайте смотреть. Первое, что у нас здесь есть от Apivita, это две сашетки объемом 8 мл. Увлажняющая и защищающая маска для лица с морской лавандой, средиземноморская диета для кожи. Эта маска также имеет в составе прополис, обладает антиоксидантным действием, обеспечивает увлажнение, заботится о коже. Классный такой пакетик. Сразу чувствуется, что маска плотная. Вот с удовольствием как раз-таки протестирую. Я люблю такие маски. Она, знаете, чем-то даже по консистенции похоже на глиняную масочку. Следующее, что было в коробочке, это вот такая вот карточка с такой милой таблеточкой или с блистером. 1,5 мл, действительно, вот, как такая вот капсулка. И внутри находится сыворотка. В составе этой сыворотки есть термально-биотический комплекс, гиалуроновая кислота, термальная вода, центелло-азиатская, витамин В5. Должна улучшать гидробаланс кожи, разглаживать, повышать упругость. С удовольствием попробую. Мне очень интересно познакомиться с этой сывороткой и попробовать такой вот интересный блистерный формат. Далее идет еще одна карточка, уже вот в таком объеме, тоже блистерный вариант. Выглядит как такая густая паста. Это бальзам для всех типов кожи, в том числе чувствительной. Это скорая помощь для очень сухой, атопичной, поврежденной кожи тела, при трещинах на руках и ногах. Данный бальзам регенерирует, питает, разглаживает кожу. В составе содержит вазелиновое масло глицерин, масло ши и витамин Е. Оставлю этот пробничек на холода, на зиму, когда будут шелушиться какие-нибудь участки на коже, либо будет какая-то сухость. Трещин, слава богу, у меня на коже никогда нет и не было. Но вот для каких-то сухих участков, я думаю, как раз-таки отлично подойдет. И еще одна карточка, вот такая, зелененькая. Объем 1 грамм. Тоже что-то такое густое внутри. Это Uriage паста сос-уход для проблемной кожи. Себорегулирующий, матирующий, противовоспалительный уход, который подходит для комбинированной жирной и проблемной кожи лица. Подсушивает воспалительные элементы, делает кожу чистой и без следов постакне. И какое применение нужно наносить вечером? Локально на воспаление. То есть такая вот паста, которую вы наносите на какое-то несовершенство, на прыщик. И далее средство должно всю ночь работать, подсушивать его. И на утро вроде бы как прыщик должен исчезнуть. Конечно, сейчас у меня кожа уже перестала быть проблемной, но все равно в определенные женские дни, да, бывают какие-то высыпания. Поэтому тоже вот в этот период с удовольствием протестирую эту пасту. Далее от Apivita идет вот такой вот пробничек в объеме 2 мл. Это гель-крем против признаков старения и усталости с легкой текстурой. Это профилактика первых признаков старения против следов усталости. Этот гель-крем имеет в составе белый пион экстракт прополиса, дарит коже упругость, сияние, ровный тон и свежий отдохнувший вид. Люблю подобные гель-кремы, наверное, я его оставлю до теплых времен, потому что текстура у него легкая и как раз-таки подходит на жаркое время. Надеюсь, пробничек тоже меня удовлетворит. Я так понимаю, что это были пробники компании, но вы посмотрите на эту коробочку, она просто полностью забита
косметикой. И причем в составе есть не только маленькие форматы пробников, но и также добротные такие travel форматы, которые не стыдно взять куда-то с собой в отпуск и точно распробовать этот продукт. Давайте смотреть. Дальше от Опивита. Вот такой вот пробничек в объеме 15 мл. Он абсолютно такой вот черный. Это очищающий гель Black Detox для лица и глаз. В составе идет активированный уголь, мягкие очищающие компоненты удаляют с поверхности кожи загрязнения и макияж. Пантенол дарит чистоту, свежесть и комфорт. Аромат меда и белых цветов тонизирует. Интересно. Наносить на влажную кожу лица, помассировать до образования пены и тщательно смыть водой. Интересное средство. Я надеюсь, что оно не будет оставлять какую-то пелену на глазах, потому что подобные маслянистые штучки для демакияжа обычно грешат этим. Но попробую, если не подойдет, то отдам своей подруге, она такие тоже любит штучки. Интересно будет протестировать, наверное, средство будет деликатно работать на лице, не агрессивно воздействовать на него и, надеюсь, глаза щипать также не будет. Двигаемся дальше. Вот такой вот симпатичный пробник голубого цвета. Это Урьяж в объеме 8 мл. Обогащенный дерматологический гель для лица и тела. За 500 мл просят 1864 рубля. Подходит для чувствительной кожи лица и тела, сохраняет защитные свойства кожи, держит мягкую очищающую основу без мыла, питательные увлажняющие компоненты, не содержит парабенов и мыла. Подходит для кожи лица и также для тела новорожденных детей и взрослых. Нанести на влажную кожу, вспенить и обильно смыть водой. Вот такой вот интересный гель. Объем здесь, конечно, маленький, поэтому я его буду использовать только исключительно на лицо, потому что для тела, ну, это слишком маленький формат, он быстро израсходуется. А чтобы растянуть удовольствие, как раз подойдет для лица. Тоже будем тестировать. Далее, следующий пробник, тоже симпатичного такого синего оттенка. Объем также 8 мл. Я тут уже открыла книжечку, чтобы не терять время. Это шампунь против перхоти. За 200 мл 1420 рублей. Шампунь предназначен для людей с умеренной формой сухой или жирной перхоти, раздраженной кожи головы. Уменьшает раздражение, проявление перхоти, шелушение и зуд. В состав формулы входит лактат цинка. И вот такое вот применение. 1-2 раза в неделю нанести на влажную кожу головы, лоб и шею, вспенить, оставить на 2-3 минуты, помассировать и смыть. Вот такой вот интересный шампунь. Ну, на самом деле, я не страдаю перхотью и даже не помню, когда она у меня была последний раз, и слава богу. Но я думаю, что в целях профилактики, почему бы не воспользоваться таким вот шампунчиком. Тем более, это Урьяж. Посмотрим, как он будет работать на моих обесцвеченных волосах. Дальше я вижу баночку бело-голубого оттенка с пипеткой. Обожаю такие форматы. Да она еще и девчонки стеклянная. Обалдеть, просто какая красивая баночка. Прям жалко ее будет потом выкидывать. Это Опивита в объеме 10 мл. Ну просто прелесть какая. А вот такая вот серия Aqua Belicious, сыворотка Booster. 30 мл, 2120 рублей. Это мгновенная никомедогенная сыворотка, наполненная экстрактами цветов и медом, дарит свежесть, длительное увлажнение. Защищает кожу от солнца, ветра и холода, сокращает несовершенство. Содержит прополис и настой шиповника, дарит длительное увлажнение, тонизирует кожу. Наносить несколько капель на очищенную кожу лица и помассировать до полного впитывания. Вот, это будет очень интересно попробовать. Надеюсь, что в ближайшее время, наконец-таки, я начну новые сыворотки, потому что одну единственную сыворотку я никак не могу добить, но специально ее не бросаю. Хочу добить до победного конца, и вот потом уже буду переходить к новеньким сывороткам. Вот это будет очень интересно попробовать, потому что Опивита такая шикарная баночка. Я прям не могу. Это моя любимица будет. Красиво я ее поставила. Поставим ее сюда на почетное место. Дальше мне попадается вот такой вот стик от Урьяж. Это стик для губ. Успокаивает, восстанавливает, увлажняет. Без ароматизаторов, гипоаллергенно. Для взрослых. Объем 4 грамма. Это, смотрите, прямо такой вот полноценный продукт. Запечатанный. Вот так вот он называется. Это бальзам для губ, для ухода за сухой и очень сухой кожей губ. Успокаивает, защищает, восстанавливает. В составе гиалуроновая кислота увлажняет, а витамины Е и С защищают от воздействия свободных радикалов. Также есть масло ши, масло огуречника, витамины Е и С. Подходит также для новорожденных детей и взрослых. Вот такой вот классный стик, с удовольствием протестирую. Я вообще обожаю, я фанатка Урьяж. Это клевая аптечная косметика, которая стоит, конечно, не бюджетно, но вот все, что я пробовала, правда, мне всегда нравится, и все мне подходило. Поэтому вот такой бальзамчик с удовольствием буду использовать. Я бальзамы часто использую именно на ночь, но думаю, даже оставлю его на зиму, почему бы нет?
потому что зимой опять начнутся обветриваться губы, шелушиться, все такое сухое, и вот как раз-таки на помощь мне придет такой стик от Урьяш. Следующий вот такой вот малышок от Урьяш в объеме 3 мл, прям вот такой малыш-прималыш. Я так понимаю, что вот эта вот крышечка, она будет не отвинчивающаяся, конечно, не очень будет удобно использовать, потому что потом вы ее уже не заткнете обратно. Это Барьедерм Цикадели гель-крем. Имеет легкую освежающую текстуру, комфортно ощущается на коже. В составе изотоническая термальная вода из источника, комплекс активных ингредиентов. Содержит также пребиотик и трио активных компонентов, состоящие из центеллы азиатской гиалуроновой кислоты. Наносить 2 раза в день тонким слоем на очищенную кожу. Такой успокаивающий, опять же, гель-крем. Будет, наверное, такая легкая текстура. Ну, посмотрим, тоже, возможно, я его оставлю на лето. Хотя, не знаю, может быть, он на самом деле будет какой-то плотный. Но раз написано гель-крем, то по логике вещей он должен быть таким вот легким. Напишите, девчонки, кто пробовал, как вам. На какое время года лучше его оставить. Еще точно такой же тюбичек. Вот такой малышок. Объем тоже 3 мл. Я даже не сразу его нашла в этой книжечке. Это увлажняющий крем от Эрмаль. Ну, здесь за 40 мл уже более-менее адекватная цена. Средство с приятным ароматом и легкой тающей текстурой. Увлажняет на 24 часа, восстанавливает водный баланс кожи. Наносить утром или вечером на кожу лица. Увлажняющий такой вот кремчик. Ну, я думаю, этот можно будет использовать уже в любое время суток и в любой сезон, потому что не гель-крем, а обычный крем. Может быть, будет даже плотный. Тоже обязательно познакомимся с этим кремом. Дальше такой же брат-товарищ. Тоже 3 мл, что-то с SPF 30, но это однозначно пойдет уже на следующее лето. Розельян, какое красивое название, CC-крем SPF 30. Тональное средство с легкой текстурой и приятным ароматом. Предназначено для чувствительной кожи любого типа. Защищает кожу от UF-лучей, увлажняет, укрепляет кожный барьер. Содержит маскирующие пигменты и перламутровые частички. Нанести на кожу лица утром и распределить средства. Рекомендуется использование термальной воды Урьяш в течение дня. Вот, будет интересно попробовать такой CC-крем. На лето я тоже люблю подобные средства. Если оно будет классно тонировать лицо, без эффекта какой-то маски, ну и при этом, конечно, этот CC-крем не будет каким-то плотным 100%. То есть мне нужна какая-то легкая-легкая такая покрывающая способность. Просто слегка выровнять тон кожи, и все. И тем более в жару тоже такая штучка будет незаменимая. Надеюсь, тоже мне понравится. Но вот этот тюбик точно у нас перейдет на следующее лето. И еще один такой же маленький тюбичек. Тоже в объеме 3 мл. Полноразмерка, конечно, выглядит просто шикарно с таким дозатором. Это Урьяш Age Protect многофункциональная интенсивная сыворотка. Сыворотка заметно разглаживает морщины, повышает упругость, восстанавливает сияние кожи. В составе гиалуроновая кислота, экстракт драконовой крови, боже мой, витамины С и Е, АХА-кислоты, масло пенника лугового. Наносить утром и вечером самостоятельно или перед кремом, начать на очищенную и сухую кожу. Судя по тому, что здесь есть АХА-кислоты, то средство подойдет на холодное время года, на осень, на зиму. Я думаю, что оставлю его до зимы. И вот как раз тоже буду с удовольствием тестировать вот эти вот средства. Такие вот прикольные маленькие тюбочки, похожие на мини-зубную пасту. Следующий вот такой вот прозрачный тюбик от Урьяш в объеме 8 мл. Тут немножечко отсвечивает он. Кстати, на улице уже резко потемнело, хотя я села снимать в дневное время суток. Это очищающее пенящееся масло за 500 мл. Вот такая цена. Подходит для сухой, деликатной, чувствительной кожи, обладает восхитительным ароматом, мягко очищает, смягчает и питает вашу кожу. Для кожи лица и тела новорожденных, детей и взрослых. Нанести на влажную кожу. То есть это средство можно использовать как гель для душа, я так понимаю. А может быть даже можно использовать и на лицо, почему бы и нет. Такой вот пробничок. Тоже будем его тестировать. Дальше я достаю вот такой вот интересный пробник. Я даже не знаю, как им можно будет пользоваться. 8 мл. Видимо, здесь нужно будет открутить этот клапан и потом вот так вот дозировать. Интересная такая штучка. Что это такое? Это очищающее масло. 100 мл, 1305 рублей. Мягко удаляет макияж, себум, загрязнения и токсины с поверхности кожи. Очищает поры, наполняет кожу сиянием. Масло должна быть легко смываемая текстура со свежим ароматом, который превращается в молочко, не оставляет жирного блеска, не оставляет жирной пленки. Небольшое количество средства нанести на сухую кожу лица и область контура глаз
Затем добавить небольшое количество воды и тщательно смыть. Это, видимо, подобие гидрофильного масла. Но я, скорее всего, такое использовать не буду, потому что здесь написано, что даже наносить на область контура глаз. Если я нанесу такое средство на лицо, в составе которого есть масло, то у меня будет пелена на глазах. Я такое не люблю, тем более я ношу контактные линзы, поэтому вот это вот масло я отдам своей подруге на тестирование. Она такие любит штучки, я уже говорила. Вот, сама рисковать не буду, потому что это маслянистое средство. Ну вот заодно подруга тоже что-то протестирует. Меня привлекает вот эта вот баночка. Уж больно она такая вот симпатичная. Урьяж. 15 миллилитров. Прям такая хорошая баночка. Вот еще запечатанная. По-моему, у меня где-то есть подобная баночка. Может быть, даже точно такая же. Она тоже приходила в каком-то коробочном сервисе. Glambox. Это Отермаль ночная увлажняющая маска. Подходит для всех типов кожи с эффектом 8-часового сна. Свежая, отдохнувшая, сияющая кожа на утро. Тонизирует, разглаживает рельеф кожи, восстанавливает кожный барьер. Вот такой вот здесь состав. Полностью читать не буду. Наносить плотным слоем перед сном 1-2 раза в неделю или при необходимости чаще утром умыться. На самом деле я никогда не использовала ночные маски. Да, они у меня были, но потом я их кому-то отдавала. Ну вот не знаю, наверное, все-таки стоит попробовать. Но я не знаю, каково это нанести маску и лечь спать, а на утро ее смыть. Она же будет липнуть к подушке. Или я что-то не так понимаю. А может быть, она будет просто впитываться в лицо? Ну вот не знаю, протестируем. Пора, наверное, как раз-таки начать знакомство с ночными масками, именно с косметики Урьяж. Вот, надеюсь, что мне она понравится. Ну, я уверена на 100%. Опять же, по описанию, больше эта маска подходит на зимний период времени. Но посмотрим, может быть, я как раз-таки начну ее использовать и осенью. Давайте теперь достанем легендарную термальную водичку от Урьяж. Попадается она мне уже не первый раз в коробочных сервисах, 50 мл. Это такой отлично удобный travel формат. Я обычно термальные воды использую только по утрам, либо оставляю летом, на жаркое время. Если у меня руки до нее дойдут, то я начну ее использовать раньше, либо оставлю на летний период. За 150 мл просят 660 рублей, в принципе, это нормальная цена. Она успокаивает, регенерирует, увлажняет, дарит антиоксидантное, смягчающее, укрепляющее действие. В общем, нужно ее распылить и оставить на лице. Мне она очень нравится. Она такая немножечко соленоватая, как будто бы на вкус. Действительно успокаивает лицо, не сушит, наоборот, классно увлажняет, тонизирует. Это просто вот какой-то глоток свежести для вашего лица. И в жару помогает просто прекрасно. Я ее пару раз брала с собой летом на море. Спасает просто на отлично. Не пересушивает кожу. Люблю, обожаю. Поэтому очень рада такой миниатюрке. Эта термальная вода, как говорится, и в пир, и в мир, и в добрые люди всегда пригодится. Дальше вот такой вот пробничек. Посмотрите, какой он красивый. Обалденный синий цвет. Да еще и с дозатором. Ух ты, вау! Просто не передать словами. 15 мл. Ну, прямо прелесть. Вообще красота. Age Protect Filler для заполнения морщин мгновенного действия. Филлер оказывает выравнивающее, преображающее действие за счет эффективной комбинации активных ингредиентов. Заполняет, разглаживает морщины, повышает упругость. Наносить на все лицо вместо привычного средства ухода утром на тщательно очищенную сухую кожу или локально на участке лица, которые требуют мгновенной коррекции. Это межбровное пространство, носогубный треугольник, лоб, контур губ. Хорошая база для макияжа. Здорово. Просто наносим на все лицо вместо сыворотки, вместо крема, либо локально на какие-то участки с глубокими морщинами, либо с морщинками, которые вызваны сухостью кожи. Конечно же, с удовольствием протестирую. Вот такое отличное средство. И объем такой хороший, 15 мл, прямо вот можно хорошенечко так распробовать, понять, нравится или не нравится. Ему упаковка, конечно, вообще просто шедевр, по-другому и не скажешь. Даже не знаю, куда мне тут ее поставить. Что я вижу в коробочке? Отличнейший просто объем. Такой вот огроменный тюбик, 50 мл, тоже он здесь запечатан. Здесь также идет наклейка с описанием, но мы с вами давайте прочитаем в самом буклетике, что пишут. Это ксимоз крем, липидовосстанавливающий против раздражений. Это средство для сухой, очень сухой кожи с раздражением, покраснением, зудом, участками, шелушениями. Быстро увлажняет и питает кожу, успокаивает зуд, дарит мягкость и комфорт. Подходит, опять же, для новорожденных детей и взрослых. Ежедневно наносите на очищенную кожу лица и тела. Здорово. Опять же, на зиму будет самое то. Я люблю такие вот питательные бальзамчики именно на зиму, поэтому здесь много из коробочки будет тестироваться именно зимой. Поэтому ждите отзывы в зимний период времени. Ну, объем, конечно, вообще классный. Прямо такой полноценный крем. Это, конечно же, не может не радовать. Следующий большой бутылек.
тоже в объеме 50 миллилитров. Вот такая вот красота. Будет теперь красоваться в ванной комнате. Это очищающий гель. Мягкий пенящийся гель для кожи, лица и тела. Обеспечивает глубокое очищение от загрязнений, излишков себума без пересушивания. Уменьшает блеск, восстанавливает баланс кожи. Оставляет чувство свежести. Вспенить и нанести на влажную кожу лица и тела. И помассировать. Буду использовать только для лица, потому что формат маленький, для тела как-то жалко, согласитесь. А вот для лица просто будет самое то, лицо будет довольно такому уходу от турьяж. Я уверена, что это средство не будет сушить кожу, также оно подойдет для чувствительной кожи. Такое деликатное средство, деликатная умывалочка. Тоже будем пробовать. Ну что ж, и последнее, что я вижу в этой коробочке, причем тюбик идет не по отдельности, а в такой вот карабульке. Объем 15 миллилитров. Давайте сейчас откроем. Интересно, почему только этот тюбик пришел в коробочке, а все остальные идут без коробочки. Ну, это, в принципе-то, и не важно. Самое главное, это продукт. Он такой интересный, знаете, прям такая жестяная упаковочка, похож на такой детский крем питательный. Объем здесь 15 миллилитров. Это Бариедерм цикокрем с медью и цинком. Он подходит для сухой, очень сухой кожи с раздражением и повреждениями. Оказывает раннее воздействие против воспаления и предотвращает риск присоединения вторичной инфекции. Увлажняет, уменьшает раздражение. Быстро заживляет кожу. Обладает нежирной текстурой, быстро впитывается. И как использовать? Снова подходит и для детишек, и для взрослых. Носить два раза в день на предварительно очищенную, не просто каким-то средством, а именно очищающим цикогелем. Кожу лица, тела на поврежденные или раздраженные участки. Тут, видите, даже написано, для чего применяется. Также если есть ссадины, порезы, ожоги, нанесение или удаление татуировок. Обалдеть. В общем, это такой универсальный крем. Это здорово. Опять же, пригодится для всего. Особенно если есть какой-то ожог, что часто бывает на кухне, например. Поэтому средство будет действительно универсальное. Ну и также, я думаю, оно будет экономичное. То есть для каких-то экстренных случаев как раз можно вот достать этот крем и им воспользоваться. В общем, девчонки, вот такая вот была классная коробочка от Урьяж. Правда, очень жаль, что не удалось заказать еще одну такую коробочку. Я бы с удовольствием взяла еще. Ну и, в принципе, другие девчонки тоже, да, успеют попробовать эту коробочку. Как бы жадничать тут не нужно. Ну и тем более за такую цену. Это просто подарок с небес. Тем более Урьяж. И такой классный набор пробников и тревел-форматов, которые действительно можно попробовать. И причем это не просто какая-то капелюшечка, да, а вот прям такие вот хорошие форматы. Действительно можно в полной мере протестировать продукт и высказать о нем конечное мнение. Пишите, девчонки, в комментариях, успели ли вы сделать заказ этой коробочки. Я знаю, что подобная коробочка еще продавалась на сайте Фармакосметика, тоже Урьяж Бокс. Только там она стоила 1800, ну и, возможно, там позиции было побольше. Но она была очень похожа на эту гламовскую коробочку. Пишите, как вам состав, понравился или нет. И также напишите, что вы пробовали у косметики Урьяж. Может быть, у вас есть какой-то косметический любимчик. Мне будет интересно почитать это в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой канал. Спасибо, что остаетесь со мной. Увидимся с вами в следующих видео. Всех целую, всем пока-пока!